Это уже не первый день проводятся работы в рамках воплощения проекта общественного бюджета по постройке площадки для выгула и дрессировки собак «Догтаун», которая будет находиться по улице Николая Троицкого. Данным проектом, как я уже и ранее говорил, не предусмотрены уничтожения зеленых насаждений. Сегодня производились работы по санитарной обрезке веток, ни в коем случае не деревьев, а веток в рамках этого проекта. У нас имеется разрешение на произведение земляных работ Департамента муниципальной безопасности, и технические условия, переданные коммунальным предприятиям «Горзелентрест». Согласно этого производились санитарная обрезка по данному проекту. В рамках этого проекта предусмотрено проведение освещения, соответственно, электричества данного комплекса. Установлены столбы. Сегодня проводились установка проводов, кабелей электрических. И в рамках этого производилась санитарная обрезка, так как существует охранная зона, согласно которой порядка метра не должны находиться ветки. То есть это не обрезка, не уничтожение, это обрезка именно веток.